Это у нас уже традиционно проводится, и сегодня мы должны определить следующее, что, значит, в рамках государственной программы «Социальная поддержка семьи и детей города Севастополя на 2015 год», утвержденной постановлением правительства, мы определили размер стипендий 800 рублей в месяц, количество стипендий 40 человек, стипендии будут выплачиваться в течение 4 месяцев, а затем уже будет новое заседание комиссии, мы определимся на перспективу. В списке претендентов на назначение стипендий поступили в Департамент труда и социальной защиты населения, который является координатором реализации мероприятий программы. В этом году количество претендентов составило 103 человека, 103 ребенка. Это огромное количество. Если в прошлом году мы искали претендентов, то в этом году уже большой выбор. Повторно были поданы 19 человек. То есть эти ребята уже являются стипендиатами, они получали в прошлом году. Учитывая большое количество претендентов, этих детей мы не учитываем. Были такие документы, ну, не соответствовали, скажем так, порядку предоставления стипендий. Их мы тоже не брали в расчет. На некоторых деток не было документов, вообще отсутствовали. Списки были, документов не было. Итого, у нас получилось, что список детей, которые получили наиболее высокие результаты, 40 человек. От департамента образования 22 кандидатуры, от управления молодежи и спорта 16 кандидатур, от главного управления культуры 2 кандидатуры. Предложение подготовиться и в масштабе в Доме правительства, в торжественной обстановке вручить, значит, сертификаты и цветы.